В развлекательном центре подвели итоги городского конкурса рисунков на тему «Наука – это здорово». Наверное, не секрет, в первый класс все идут с большим удовольствием, да? Буквально там через 2-3 месяца надоедает уже скучно, неинтересно. И вот как бы, ну вот этими рисунками, вот этим конкурсом, в принципе, так же, как и все наши там работы, да, мы хотим немножко вот привлечь ребят именно к знаниям, показать, что на самом деле учиться – это вовсе не скучно, а это очень интересно и познавательно. Стартовал конкурс в сентябре этого года. В нем приняли участие около 100 учеников младших классов из 13 разных школ. Помимо выставки и церемонии награждения, с ребятами провели увеселительную программу с участием аниматоров и научного шоу профессора Николя. Как думаете, достаточно? Да! На всех хватит? Нет! Еще выбираем? Да! Родители не только присутствовали на мероприятии, но и сами принимали активное участие. А теперь послушаем, как папа сможет у нас. Послушаем, Кирюша засмущался, заулыбался. Мне кажется, тут уже на ультразвук перешли. Принимали активное участие. Ребятишки много рисовали, но мы выбрали только лучшие работы. Мероприятие очень интересное. Ребятишкам, я так думаю, очень понравилось. Они с удовольствием играют и смотрят опыты, которые там проводятся. Каждого, кто принял участие в конкурсе, наградили дипломами. А победителю достался большой набор для веселых опытов и множество подарочных сертификатов. Часовая программа совершенно бесплатно. Это раз. Держи. Ты получаешь сертификат на боулинг на целый час. Тоже совершенно бесплатно. Это два. Получаешь диплом лауреата первой степени. Я рисовала сама, но мне чуть-чуть помогал мой учитель по ИЗО. Я смотрела эту передачу, мне нравилось, и мне сказали, что вот по ней идет конкурс. Я буду еще принимать участие в этих конкурсах. Первый раз сегодня выступал на такую большую публику. Публика очень важная, очень серьезная. То есть дети, они никогда не прощают промахов. Вот. Эмоций куча позитивных. То есть когда я видел счастливые детские глаза, просто мне самому тоже было очень радостно и весело. И на самом деле наука – это здорово.